Всем привет! Посмотрите, как у нас вызрели уже апельсинки. У нас сегодня вторник. Это значит, что у нас, говорю, у вас типа не вторник, а вот у нас вторник. У нас сегодня рынок. Вот у нас сегодня там рынок. Что ты делаешь, Артан? Посмотрите, какое маленькое дерево, и оно тоже с плодами, оно очень маленькое. Рядом стоит большое, и плодов нет. А это маленькое, и оно с плодами. Кто боялся собачку, теперь понял, что она нас охраняет, что она нам не угрожает и пытается с ней подружиться. Ты что, тоже хочешь лечь? Добрая собачка, да? Ой, так не прыгай, а то она добрая-добрая, решит, что ты ее пугаешь. Как вы считаете, у этой собачки добрый взгляд? Ну, Артан осмелел, совсем близко подошел. Вот, все ближе и ближе, и ближе. Осторожненько, Артан, я сама боюсь, а вдруг все-таки это зверь, вдруг цапнет. Ногти большие, стричь надо. Да. Вот он, магазин Carrefour. Сегодня хорошая погода, но уже надо учитывать то, что зима, на солнышке тепло, хорошо, в свитерках вот так. Виолетта у меня умудряется даже с коротким рукавом в футболке ходить, но у меня немножко прохладненько. Она у меня вообще теплокровка, у нее постоянно руки горячие, а у меня холоднющие. Но на солнышке мне очень хорошо, просто в легком свитерке. Солнышко сегодня вообще классное. Артан увидел здесь летающих бабочек, мы, собственно, из-за этого и перешли. Мам, такие бананы! Что там, Артанчик? Вот. Цветочки? Давай покажем, какие тут у нас цветочки зимние. Вот они, наши зимние цветочки. Получится у нас? Нашумела машина, бетона мешалка нашумела. Это немножко другого цвета. Видите, у них двух цветов. Эртан рвется в Carrefour, но я туда не пойду. Я туда, Эртан, не пойду. Потому что я знаю этих детей. Только зайди в магазин и все. Мама, мы ничего не будем просить, мы ничего не будем просить. Я все время захожу, корзину не беру, потому что они говорят, что мы ничего не будем просить, мне ничего не надо. А потом выходим, и у нас почти полная корзина. Нет, нет, детки, я больше на это не поддамся. Это наша банановая красота. Солнце в глаза, ничего не видно, но так приятно, когда солнце в глаза. У нас 2 дня, 2 ночи шел дождь, мы даже не знали. Я только ночью, когда встала, слышу, гремит, потому что просыпаемся, уже все сухо и солнышко. Эртанушка, Эртан, давай мы пойдем, пошли гулять. Это наши банановые плантации, так хорошо с утречка выйти. Здорово просто. Не всегда получается утром выйти. Красивая зима. Зиму тоже люблю. Она спокойная такая, но в то же время теплая. Такой умеренный холодочек. Не такой, что ежишься сильно-сильно. И мы научились, уже приспособились обогревать квартиру так, что мы совсем не страдаем от холода. А в горах Торос выпал снег. Сейчас я вам не покажу, потому что там далеко выпал снег. Поэтому у нас уже вечера стали прохладненькие. Вечером, конечно, куртки мы одеваем. Эртан упорно пытается склонить меня к тому, чтобы я зашла в магазин. Нет, мой хороший, нет. Мы идем по улице Ататурка ближе к концу, где она уже заканчивается. Эртанчик, не тяни меня. Здесь еще есть старые дома, и один дом я вам сейчас хочу показать. Я думала сначала, что он не жилой, но представляете, там живут. Я сейчас покажу вам его.
по этой улице, это Турка. Я шла на вторичный рынок в 2004 году. Да, в 2004 году. Отель у нас был далековато, в той стороне, ближе к концу Махмутлара. И мы вот с друзьями шли здесь между, среди бананов, по песку, понимаете? Здесь даже дороги не было. Вот он, Голд Сити. И здесь тоже дерево апельсинов. Вот они. Вот в этом вот доме все еще живут люди, представляете? И вот так на зиму укрывают бананы. Им тепло и уютно. Вот такой дом, вы видели, что там внутри. Но вот раньше здесь так и жили. И я была в одной такой квартире, в доме таком. Я была в одном таком доме, сейчас мы с вами сюда перейдем. В одном таком доме я была, но в горах. Очень аккуратная семья, но, конечно, жить вот сразу пол на уровне земли. И там и грибок, и сыра, и они потом уже съехали оттуда. Но вот дважды, там был вид был шикарный, обалденный. Но вот эти вот гипсовые домики. И, пожалуйста, смотрите, как цивилизация коснулась Махмутлара. Эртан у меня сегодня всю дорогу воюет с деревьями. Но чем они тебя обидели сегодня? Что ты на них нападаешь? Пошли быстрее, у нас дела, Эртанушка. Пошли, пошли. Очень быстро, настолько быстро разросся город. Я просто, ну не знаю, сколько бы у нас на это лето ушло, но здесь настолько быстро, просто вот на пустом, практически на пустом месте вырос такой шикарный город. Вот здесь такое симпатичненькое кафе. Ни разу не была, не знаю, Эртан рвется туда, но у нас дела. Эртанчик, нам нужно срочно домой. И смотрите, какие хорошие здесь цены. Суп 4 лиры, плов 4 лиры, курочка 5 лир. Эртанчик, не дергай меня. Можно будет иногда сюда заходить. Кусочек старого Махмутлара, как воспоминание. Такой магазин называется, так, Мотор Дюнис, это мотоциклы мира, наверное, так переводится. Ой, нету Виолетты, она бы точно перевела. Я бы вот такую штучку себе взяла, смотрите, какая классная. Посмотрите, какая интересная традиционная турецкая печь. Сейчас я хочу показать вам. Вот, видите, сбоку, здесь просто коробка стоит и не видно. Вот сбоку труба, это у них в домах такие ставят. Вот, кстати, в таком вот доме, о котором я вам говорила, старый дом, там именно была точно такая же, которая в горах, вот старый такой дом, гипсовый, как я их называю. Вот там была точно такая же. И было очень-очень тепло. Эртан увидел ящерицу, попытать. Ай, она убежала. Это магазин А101, который я уже показывала. Вот эти лампы продаются. Мы просто гуляем, такое настроение хорошее, спокойное. Утречком наконец-то вышли. Нас разбудил звонок. Хорошо, что разбудил, а то мы еще спали, пока Виолетта не пришла, не придет со школы. Не пришла, не придет. Мы уже совсем близко возле дома. И возле нас открыли магазин мебели. Сейчас я вам его покажу. И там достаточно неплохие такие цены. Вот те, которые у них, по крайней мере, рекламные цены здесь. Очень-очень даже неплохие.